Ульяновская область в четвертый раз подключилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Основная площадка – Ульяновская школа номер 21. Участники прошли все этапы экзамена по русскому языку. Регистрация, рассадка в аудиториях, заполнение бланков, написание работы. Не миновали родители и этап личного досмотра. Телефоны, мелочь, ключи – все пришлось оставить на входе. Все, кто пришел сдавать, мечтали испытать на себе психологическое воздействие ЕГЭ. У меня, во-первых, 5 деток, трое учатся в школе, и их самая старшая как раз является выпускником 11 класса. То есть как раз непосредственно сейчас готовится к сдаче экзамена ЕГЭ. Поэтому к данной идее и предложению отнеслась, во-первых, с интересом в том, чтобы действительно посмотреть на своем, на себе ощутить, как это все будет, как будет проходить мой непосредственно ребенок. Хотел бы ощутить такие же переживания, какие будут у моей дочери. Ну, думаю, что они будут не очень серьезно. С самого своего появления ЕГЭ стало пугалом для всех. Опытные педагоги восставали против него, психологи рассказывали, какой это стресс, а родители получали сердечные приступы, волнуясь за своих детей. Чтобы снять напряжение, каждый желающий родственник выпускника может его сдать. Сегодня в школе номер 21 ульяновцам представился такой шанс. Педагоги считают, что участие в экзамене важно не только родителям, но и детям. Работа родителей, подготовка со стороны родителей к ЕГЭ имеет не меньшее значение, чем содержательная подготовка к предмету с учителем, поскольку психологический настрой ребенка во многом зависит именно в этой части. А для того, чтобы такой настрой был правильный, предоставляется возможность родителям пройти прямо в боевом режиме всю процедуру сдачи ЕГЭ. Год от года родителей, желающих сдавать экзамен, становится больше. Если в первый раз таких набралось еле-еле 150, то в этом году заявление на участие подало 600 человек. Само задание экзамена, конечно, упрощено, поэтому и на его решение отводится всего полчаса. Но и за это время можно почувствовать себя в роли выпускника и проверить базовые знания. Мне кажется, не страшно. Почему? Ну, во-первых, их уже готовят, начиная, мне кажется, уже с первого класса к этой процедуре. А с другой стороны, уже процедура с каждым годом все более отлаженная. И здесь уделяется внимание, в том числе и психологическому сопровождению детей. Ну и для нас, для родителей, тоже очень важно почувствовать, что для моего конкретно ребенка это не страшно. Печать работ, написание титульного листа – все так, как на экзамене. Родители довольны. Очередь за детьми. До ЕГЭ осталось пару месяцев. Подготовка вышла на финишную прямую. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.